мыслить концептуально. Творческие люди Калининграда встретились в арт-пространстве «Ворота» с известным австралийским художником Даниусом Кисминосом, который специализируется на длительных арт-проектах. Как правило, Даниус работает с другими художниками, смешивает различные медиа-жанры от инсталляции до оперы. На лекции он рассказал о своем творчестве и последних проектах, в том числе об установленном в лесу Ниды туннелю в Калининград. Главная идея арт-объектов Даниуса – у творчества нет границ. Согласно задумке художника, аналогичные инсталляции должны появиться в Калининграде и Австралии, хотя, по его же словам, один из таких туннелей уже существует в нашем городе. На самом деле я его уже создал. Я не буду вам рассказывать, где он расположен. Но если вы присмотритесь к окружающему миру, то вы его найдете.